Всем привет, с вами Андрей Сонар. Раннее утро. Ладога, Креницы. Прохладненько. Температура около 0 градусов. Погода замечательная, не считая обещанной сильнейшей магнитной бури. Пойдем искать окуня на Громе. Погнали. Ну вот, лодка готова, на нее сразу уже все повешено, и мотор, и весь шмурдяк положен, потому что у нас стоят трансовые колеса, это очень удобно. А вот теперь смотрите, как в Громе все рационально размещается. Коробки с приманками в бортовых нишах, сумки с нужными вещами тоже в бортовых нишах. Немножко в носовой части есть навал, но это потому, что мы сейчас придем на точку, это все дело распакуем. А чехлы поместим опять же в бортовые ниши. Очень-очень удобная конструкция. При этом вся лодка маленькая. Она 350 всего по размеру. Ну что, повезли. Давай, давай. Давай. Увидишь там справа, бат. Ну. Ха-ха-ха, килеватая. Килеватая. Зато... Вы нас догоните, я так понимаю. Ну, я думаю, что да. Там, смотрите, с левой стороны это плечок будет где-то на полпути. Да я не люблю с негретым мотором. Он, видишь, хуй, когда негретый. Вот так вот, в 2/3 газа, тридцатник, самая оптимальная скорость. Бензин жечь не стоит в полный газ. Лодка глиссирует вообще на треть газа. Вот сейчас мы глиссируем на треть газа вообще, еле-еле. Охренеть. О, ты это слышал? Что? Какой-то... О, а, ну манят, блин. Настойчиво манят. Блин, какой легенький спиннинг-то. Вообще в руках не чувствуется. Просто не чувствуется в руках спиннинг. О, о. Вот так вот, вот так. С первой поклевки, с первой проводки, блин. Да, сразу же. Хороший хоть? Да нормальный. Да какой нормальный? Да не нормальный. Ну давай сум. Ну выпускаем. Первого надо выпустить. Первого. Чтоб звал килограммовый. Да, да, да. Прикольный спиннинг. Вообще в руках не чувствуется, а рыба сразу так тук, блин. Сейчас сколько граммов стоит? Сейчас стоит, наверное, 8. 8? Да. А спиннинг, кстати говоря, довольно-таки тяжелый, до 21 грамма, но при этом, блин. Ох! Да я сам охренел, там был дёрг такой мощный, блин, просто отдай палку такой. Камень мы поймали вон в той протоке. То есть мы не налево пошли, а прямо. Вот. А как здесь глубина, то я не включил этот. Метр, 1.20 м. Да? Да. Он мы сейчас вот, он уже кинул два раза, два двух окушков, ну небольших поймал. Так, к чему привязывать? Это сейчас какое-то говно. Или не говно? Не, не говно. Вот смотри, вот так вот. Да к чему угодно, блин. Хоть к носовой этой самой. Ну смотри, вот такой вот, блин, на 150 грамм нам нужен. Я вот тоже думаю, что нужен. Таких не берем в космонавты! Может, надо было там, вот где мы этих ждали? Там. Где клевало? Да. Вообще к берегу. Может, он вообще к берегу, да, забрался, да. Там их. Есть. Есть, да? Есть. А нас сейчас пронесет сейчас быстро через все вот это. Можно? Ну,
такой он весь одинаковый, блин. Этот вроде покрупнее, да? А хер его знает. Ну, меня он как-то не впечатляет. В крены встает. Вот это вот очень радует. О, а тут волна-то шевелится. Казалось-то, всего-то, блин, там километрик какой-то от берега. А? Что там у тебя за резинка? Понтоновская. У меня тоже понтоновская. Ну, ты видишь, блин, размер рыбы. О-хо-хо-хо-хо-хо, вот это уже пищевой. Так, надо еще вот. Сейчас обратно метров 30. Угу. Только у меня сейчас какой-то слонопотам сел. Вообще, палка в дугу. И какое-то дикое сопротивление прям под лодку тащит. О-хо-хо-хо, ты посмотри. Кто там? Нормально. Да. О. О, вот это да. Вот смотри, 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 как пал. А у меня с фрикционом тогда. А удар-то какой. У-ху-ху. Вот так вот, друзья. Такие здесь на Ладоге у нас поклевочки. О, и вот такие вот окушочки. Вот так-то, блин. Вот так, в дугу. Ох, блин. Ой, рыба-монстр. Забавное ощущение вот от этой палочки. Она в руках ощущается как лайтовая. Даже как ультра-лайтовая. А по моще она вообще без проблем. Просто волоком выволачиваешь вот таких вот окушков. Нормально. Вот это да. Поклевка, отдай палку. Худой-то какой. Совсем худой. Кормили плохо. Ладно, сука, сработает. Не. Друзья мои, а у меня великолепная идея. Зачем ловить рыбу на приманке обычного плана, если можно на несколько необычные? А, такая приманочка. Кракозябра, что ли, поставишь? Да какая кракозябра? А как она? О! О! А летит-то как? Ну, у меня такой же есть. Еще все меньше и меньше. Да, но тут самое главное, смотри, что ему направлено так в рот. Да. Я, кстати, понял, как надо на этот хер ловить. На него надо ловить как? Несколько оборотов подмотал и дал ему сыпаться. И на именно вот так. А, скушали пипиську? О, слушай, так пипиську-то скушал более такой. Основательный. На золотую писю клюнула кушок. Тири-ти-ти-ти-ри-ти-ти-ри. На золотую писю. О, а вот этого замешкую. Да, лучше, да? Ну, получше, да. Красота. Ага. Ага, ага. Ну чё, поклёвка у меня, чё? Ох ты, кто-то сел такой хороший, очень хороший сел. Не, есть тут нормальные окуня. О! Поставлю, буду ебашить на угле.
Видишь, тут самый какой секрет ловли окуней. Я вижу, уже показывает. Ну вот. Секретная приманка. Компас. Вообще. Вообще. По барабану. А я вот думаю, вот это попробую. Вот кто там про бортовую парусность говорил? Ветер в борт, волна в борт. Шикарно идем. Как говорил Омар Хайям, больше скорость, меньше ям. Прикольная корыта, да? О, вот она, дых, блин, вот так вот, во. Да и хер-то с ней чай. Ой, блин, да полкило минимум. А ты этот, сделай отстрельчик. Отстрел? Ну, берешь? Я знаю. У наших товарищей отказал мотор, и они где-то здесь на Ладоге затерялись. Сейчас будем их искать, чтобы оказать помощь. Ветер раздуло. Уже заметные ощутимые волны. Короче, будем проводить спасательную операцию. Так, ну и туда вот садись, да. Большая пыла, мотор накрылся. Сейчас вот будем буксировать, но это ж, блин, она здоровая. И народу у них 3 человека. И там тоже спасательная операция. И тут спасательная операция. И у нас спасательная операция. Thank you.
Путь наш долог, путь наш суров. Но что не сделаешь ради товарищей, которые попали в беду. Проверю, сможет ли моторчик вывести гром на глис с четырьмя пассажирами. Так, палки. Так. Чё, кто-нибудь выпрыгивайте и придерживайте, а потом выпрыгивайте остальные. Вот уже почти стемнело, спасательная операция завершена, рыбалка тоже завершена. Запишу такое финальное слово. Что же у нас получилось? Ну, в общем, неплохо порыбачили. Гром просто офигенная лодка. Просто великолепная лодка. Идет по струнке быстро. Ветер ей. Вот все пугали, что ого, парусность страшная. Сегодня на ветру ловили. Все отлично было. Ходили по всем направлениям. Что касается спиннинга, которым я сегодня ловил. По ощущениям, когда его держишь в руке, это ультралайт. Но на самом деле он от 5 до 21 грамма, поэтому выкорчевывать любых окуней на нем было просто изи. Так что Maximus Advisor X мне понравился. С вами был Андрей Сонар. Всем пока!